еще раз. Вы помните вы все это выражение, когда в какой-то передаче одна девушка, когда была передача, по-моему, американские студенты, и наша сказала, что у нас секса нет. На эту тему я написал стихотворение. Называется «А у нас секса не было». Оставались до старости, мы пушистые, белые. Вы поверьте, товарищи, что у нас секса не было. По селу и по городу мы ходили незрелые, седина лезла в бороду, а вот секса все не было. Мы влюблялись без памяти и детей понаделали. Но, надеюсь, вы знаете, что у нас секса не было. Нынче шлюзы распахнуты, люди в волны бросаются. Секс и дети – все платное. Впрочем, нас не касается. Следующее стихотворение называется «Российские народные праздники». Ну, надо сказать, что к Наталье это не имеет никакого отношения, а если имеет, то косвенно. Праздники, 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 проказники, мужики нечистые, женщины душистые, вкусности скоромные, шуточки нескромные. Снова Наталья прибывает в Таллине. Праздники, 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 отказники. Что-то мне не можется, что-то мне не дужится, и уже не можется, и головка кружится. Хватит прижиматься, мне бы отлежаться. Кончились все праздники, настоялись чайники, вечера спокойные, наконец, настали. Ах, какие томные глазки у Натальи. Улицы метельные, головы похмельные. Праздники, 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 прощальники. От бесед устали мы, песни перепеты. Снова у Натальи началась диета. Убирай, Наталья, ты сервиз подали. Спешила, родилась не в срок. Наших жизней не совпали даты. И твою дочурку мой внучок целовал вчера в аллее парка. На мне ночей бессонных бред, да при встречах то в жару, то в холод, коль, блюдя дворовый этикет, добрый день кидаешь мимоходом. Так смешно. Старушка любила, даром, что прострелы в пояснице. А мечта у бабушки одна – в новой жизни вовремя родиться. Чуть-чуть отойдем от этой темы. Чудачество. Какое странное чудачество, простительное юности. На лист душа стихами, строками плачется и называет это стих. Лист за листом исписан истово, и в графоманском кураже тома, тома, тысячелистные, шестью нулями в тираже. Венки лавровые, овации, в политехническом фурор. Со стороны взглянуть, прерваться бы, хотя бы перечесть свой вздор. Неодолимое чудачество не знает меры и границ. Как жаль, не переходит в качество число истерзанных страниц. Самокритично, как это называется. Ну, завершим опять. Лгут зеркала опять с утра. Да я ли это? Давно повесит бы пора сюда портреты свои, где мне 17 лет. Стройна, как ива, там у косичек рыжий цвет, а взгляд наивен, что утыкаться каждый день в зеркал халтуру. Они являют не меня, карикатуру. Муж улыбается в ответ, но коризный, а за спиной полсотни лет совместной жизни. Следующий раздел, да? Следующий раздел, который называется «А напоследок вам скажу». Радуйся каждому дню, радуйся вечеру, ночи. Утро возрадуйся очень, если проснешься к утру.
Радуйся нежной тоске, осени золотоносной, зимней погоде несносной, жаркому лету в Москве. Радуйся, время летит, с ним мы несемся отважно. Радуйся женщине каждой, если она помолчит. Радуйся жизни сполна, каждому часу, минутке, умному слову и шутке, если уместна она. Радуйся шумной волне, смоет наш след и вернется. Мало совсем остается, радуйся, значит, вдвойне. Россию женщины спасут. Неловко говорить об этом и признаваться перед светом, что мужики в счет не идут. От водки, курева, обид, болезнь мужскую силу ломит, жена коня-то остановит, а пьянства нет, не победит. Когда мужчину взяла война, мать и пахала, и косила, рукой учительской крутила прапрадедовы жернова. И эта женская рука детей растила, фронт кормила, надламываясь выносила из злого боя мужика. Вновь женщины свой крест несут, то терпеливо, то сердито. Надежды в прошлом не забыты, и вера в счастье не убита. Сердца их для любви открыты. Россию женщины спасут. Обмани меня, мне так хочется. Назови меня не по отчеству. Грустно жить одной непривеченной. Быть хочу с тобой этим вечером. Стань, как в детстве мне, доброй сказкой, как в заветном сне, нежным, ласковым. Ведь ничто еще не потеряно, время позднее нам немерено. Пусть услышу я, что желанное, необычное, первозванное, оброни слова на тоску мою, я потом сама все додумаю. Мне привидится, померещится, что всю жизнь с тобой были вместе мы. Пусть незвана я и не прошена, обмани меня. Я хорошая. В этот раздел, по сути, по идее, вошло то, что не уместилось в предыдущих разделах. Так что здесь темы разные будут. Но сейчас у нас сезон декабря. Меняюсь с возрастом и становлюсь мудрее. Над низ, насколько я не поставлю точку. Вошедшая в сезон на декабре, уже страшусь за стенков одиночки. И настежь неспроста входная дверь, не сквозняком и снегу приглашение. Но кто устал от верениц потерь, найдет приют и слово утешения. Лишь только бы не глупость пустоты и не бесцеремонная ухмылка начала с высока и с высоты ущербная берёсова обмылка. Доверить правду о себе листам, чтоб постелить соломки для кого-то. Но всяк тарит свою дорогу сам, сам строит переправу, ищет броды, чтоб у конца отпущенных дорог, припомнив все колдовья и зливы, понять чужие мудрости не в рот. Мемуары не учебник, чтение. По силе ноша, по плечу размах крыла и ширь дороги, по синьке шапка. Вы к ручью, пожалуйста, не будьте строги. Не ровня он в волне морской, не раздробит прибоем скалы. Но меж корней, камней, песков свою дорожку отыскал он. Увы, мне не перекричать ни птичьих стай, ни шума ветра, и не костер я, так, свеча.
Чуть-чуть тепла, немного света, но даже малый светлячок мрак отодвинет, пусть на йоту. Быть может, хоть одной из строк и я порадую кого-то. Ну, это не раз звучало, но оно так относится к нам поэту. Потешила гордыня, называется. Дрожали язычки зажженных свечек, рисуя на бревенчатой стене смешные тени странных человечка. Та, что левее, принадлежала мне, правее поэт. За окошком дачи роились мошки, сели сквозь стекло проникнуть внутрь. Напористо и мрачно поэт читал, склонившись над столом. Луна тускнела, явственно скучая. Сгорали свечи, близился рассвет. Я возвращалась с мыслями в начало, когда, назвавшись, пояснил: поэт. Как не потешить душеньку знакомством, чтоб вымолвить при случае легко. Ах, как-то раз, когда наглянул в гости с коробкой конфеты и коньяком, кто знал, что гость не знает чувства меры, что пьет коньяк, но не приносит сам, что можно слушать вирши кавалера, но выдержишь едва ли полчаса. Корю себя, потешил гордыню. Гордыне грех он глупости подстать. Знаком с поэтами я стерегусь отныне, предпочитаю классиков читать. Сейчас будет трудная задача. Есть замечательный ролик, который сделала Людмила Александровна на стихотворение, единственное стихотворение, которое, так сказать, не рифмованное. Совсем завершение. Биение души. Тетерева атакует. Так и мы. Толкуем о своем, других не слыша. Стряхнув оцепенение зимы, опять запелье. Пишем что-то, пишем. А кто прочтет? Биение души, твоей души. С чьим совпадет биение? И совпадет ли? А в ночной тиши опять рождается стихотворение.